Фестиваль SummerFest 2018 стал главным музыкальным событием уходящего лета. Здесь собрались самые разные музыканты. Так, например, здесь вы смогли бы размяться под современные биты. Ну а после разминки пуститься в смелый пляс под творчество молдавских музыкантов и зарубежных гостей. Громкое событие собрало любителей хорошей музыки, еды и просто качественного времяпрепровождения. О SummerFest'е наверняка слышали многие из вас. И если вдруг в этом году вы не успели там побывать, или же хотите освежить в памяти то, как это было, наше резюме окажется как раз кстати. Как мы упомянули ранее, музыка на фестивале звучала разная. Выделенная под мероприятие территория парка Дендрарий позволила вместить в себя помимо основной сцены и диджейский пульт с прилегающей к нему танцевальной площадкой. Фестиваль длился два дня, завершив лето выступлениями как любимых всеми молдавских музыкантов, так и зарубежных. Наибольший ажиотаж вызвал российский рэпер Тимати. Выступил он 1 сентября, то есть во второй день фестиваля. А начался концерт с группы «Тармис», создав настроение песнями Горана Бреговича и национальными мотивами. Поддерживали праздничную атмосферу и многочисленные лавки с едой на любой вкус. Все это позволило гостям отдыхать нон-стоп. Фестиваль SummerFest 2018 завершился ближе к полуночи. На его сцене выступили Sunstroke Project, Сдобшиз Дуб, Лупь, Махмуд Архан, Мод и многие другие. Такая мощная концентрация музыкальной энергии заставляет нас с нетерпением ждать следующего лета и гадать, какое созвездие артистов не даст нам усидеть на месте в 2019 году.